Уборочная кампания в самом разгаре. Аграрии трудятся от рассвета до заката, как в будни, так и выходные. Чтобы не допустить потери урожая, плечо подставляют другие хозяйства. Из Осиповичского и Кировского районов комбайны направляют в северную часть области. Первая остановка – Быховские поля, дальше – Круглянские. Порядка двух недель у нас работала техника из Заднепровья, 3 единицы, и оказала нам существенную помощь. В общем-то, 2 хозяйства на сегодняшний день подходят к 80% уборки, и у нас есть возможность для того, чтобы отправить свою технику в северные регионы. Считаю, что решение было принято очень правильно, потому что наш урожай уже подубран, ну и, соответственно, мы можем оказать помощь другим районам. В поля отправляется 6 агромашин. Техника отечественного производства имеет высокую пропускную способность. За секунду обрабатывается порядка 12 килограммов зерна. За час доходит до 18 тонн. Комбайнеры не теряют ни минуты хорошей погоды. При комбайнах, при отрядах создана сервисная служба. Вот автомобиль. Приобрели 2 «Газели» для оперативного технического обслуживания и ремонта. Кроме этих 2 бригад у нас создано еще 15 выездных бригад, которые оказывают сервисное обслуживание всем хозяйствам Могилевской области прямо в поле. В Бобруйском районе на утро воскресенья убрано 48% площадей, в Кировском – 49%, в Осиповичском – 40%. В лидерах Глузск здесь собрано почти 80% урожая. Сбавлять темпы специалисты не собираются. Всего на полях Могилевской области задействованы 979 единиц техники. Для современной уборки урожая в области были приняты ряд мер. Были подготовлены практически все комбайны 100% готовность, подготовлены зерносушильные комплексы. В следующей неделе предполагается еще 8 комбайнов перебросить с Бобруйского Кировского района на Городский район. Такая переброска будет продолжаться и в дальнейшем с целью охватить и убрать наиболее плодородные, наиболее хорошие участки зерна для валового сбора и недопущения потерь. Массовая жатва продолжается по всей стране. Уже собрано 3 миллиона тонн зерна. Значимый вклад внес озимый ячмень, который показал высокую урожайность – более 50 центнеров с гектара. Наибольшие показатели сейчас в Брестской области. Она лидирует как по темпам, так и по намолотам. В этом году белорусские аграрии рассчитывают на рекордный 10-миллионный каравай. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.